Значит, у нас тут процесс уже все заканчивается. Сейчас сюда. Амортизаторы. Пружины. Все, колодки поставили. Трасса сделали. С этим пришлось помудохаться. Съемника нету. Пришлось воспользоваться таким вот пистолетом Андрея Кулибина. Без него никак. Чтобы здесь вот открутить все это дело. Так, вот тут у нас. Так, заменили датчик заднего хода. Все, задний ход теперь заработал. Так, вот моя полочка акустическая. Я сейчас подниму тебе там газ, чтобы вот сюда поставить, да? Да. Желательно еще подкрутить. Давай. Память, Саша. А? Память. После этого как, ну, не нажраться, ё-моё. Больно на это все смотреть. А, ты нажраться не хочешь? Угу. Так, шипы буду ставить лето. Так, это не реклама, ничего. О, Джокер. Так, бутыля под воду. Барабаны мои оставили. Ставили, скупленные балки не стали ставить. Короче, народ, хотел я это все сдать металлолом, эту балку, потом что еще, амортизаторы, барабаны. Короче, не буду я этим заниматься, пускай парни потом сами будут желание сдадут. Они и так не делают, как ну для своего, то есть со скидочкой, со всем остальным. Давай, ну, подними, давай я засуну. Вот это, блядь, давай. Тут надо сейчас машину следить, потому что она на доске еле стоит. Она занимает там уже. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Лайкайте, дизлайкайте. Всем пока.